Где долбанная зона высадки? Еще минуты три по этому курсу. Если спустимся ниже, ими парашюты не нужны будут. Давай медленнее. Нужно набрать высоту. Они не смогут прыгать по этой скорости. Так мы на месте. О, черт. Нет. Прыгаем. Твою мать! Ответ неверный, боец. Я говорю молния, ты отвечаешь гром. Так точно, сэр. Гром. Патроны есть? Сэр? Это я, Холл. Из баскетбольной команды. Где мешок со снаряжением? Оторвался при раскрытии рации с аккумулятором тоже. И мой тоже. Где-то там упал за деревьями. Ладно. Давай за мной. Черт возьми! Дождемся перезарядки. Пошел. Ты из роты ДОК? Из Эйбл, сэр. Кто-то из нас не в той зоне приземлился. Кажется, мы оба. А у вас оружие есть, сэр? Только нож. Вы представляете, где мы находимся, сэр? Немного. А ты радист? Так точно, сэр. Был радистом, пока рацию не потерял. Теперь меня за это убьют. Будь ты в моем взводе, я бы сказал, что ты сначала стрелок, а уж потом радист. Это вы моему взводному лучше скажите, когда найдем его. Если найдем. Договорились. Но сначала мне понадобится твоя помощь в поиске ориентиров. Сообщи, если увидишь дома, фермы, мосты, дороги и даже деревья. Интересно, остальные тоже заблудились, как и мы? Мы не заблудились, рядовой. Мы в Нормандии.